Привет, друзья. Меня вот спрашивают, а есть ли у вас какой-то новый уникальный контент? Ну, конечно, есть, но... Слушайте, ну, всему свое время. Во-первых, у меня есть новые приемы, там и ключ 3, и много чего, и потом еще я этим делюсь не вот так сразу со всеми, потому что нужно же все-таки понимать, кому что даешь в руки, чтобы использовали для блага людей и блага себя, и чтобы твой вектор отношения с людьми был направлен в балансе на развитие духовных и материальных ценностей, а не только для корыстных интересов кто-то использовал, понимаете? Поэтому я этот уникальный контент даю вот специалистов готовлю, например, по методу ключ. Потом я коуч такой делаю у себя, да, коуч. Но есть такое понятие, когда ко мне выходят индивидуально там в интернете, и я с ними занимаюсь. Ну а что сделать? Жизнь такая истина, она как открывается? Понимаете, когда человек к этому готов, и задача уже почти решенная, и тогда он обращает на это внимание, то я вот смотрю, вот кто достаточно готов, кто готовится к специалистам стать, я с ним предварительно беседую, кому коуч провожу. Ну, естественно, ну как все это в мире делают. Это же обычная такая традиция, ну куда денешься, жизнь такова. А я вам сейчас расскажу маленькую новеллу, которая давно мною написана, давно-давно была опубликована, очень давно, настолько давно, когда у меня был старый сайт, его уже нет в помине. Но там были у меня такие прозы и стихи, и там был такой, как хамелеон назывался. Запомните это слово. И там, значит, я летел в Болгарию к другу своему, он был замминистром иностранных дел Болгарии, Васил Байчев. Я вот к нему ехал, и значит там, естественно, мы там пили, и потом я вечером он меня оставил одного на даче у себя. Это с юмором, но вы посмотрите, насколько это юмор, и смех, и слезы, и полеты, и суеты к вечности, и какой я человек. Значит, ночью я просыпаюсь от того, что не помню, где я вчера был. А я когда ехал, мне брат подарил штаны. Брат мой, Шамиль, младший, подарил штаны синего цвета. А ей говорит, вот тебе марка «Хамелеон». Ну, я думаю, ну что за «Хамелеон»? Ну, неважно. Ну, короче, ночью просыпаюсь после этой сильной пьянки. Сейчас-то я вообще не пью. Это было много лет назад. И ничего не помню. Где я вчера был? Что я вчера делал? Голова вот такая гудит, ад кромешный. Пытаюсь вспомнить, не могу. И вот поворачиваю глаза, смотрю, на столе висят мои штаны, но не синие. Мои штаны, которые брат Шамиль мне подарил, а зеленый. И пошло, где же я вчера мог быть, где же я здесь на даче гулял, да где я там был, что в других штанах пришел. Кошмар. Вот как сон разума рождает чудовищ. Потому что утром смотрю, за окном брезжит рассвет. Все становится светлее, и пепельница, которая стояла у меня на окне, на подоконнике, чисто вымытая. Значит, я ее вымыл. Уже как-то на душе стало легче. Я вообще себя знал как самоорганизованного человека. Если я вчера с друзьями выпил, то утром первым делом я начинал мыть полы. Ну да, все приводить в порядок. Ко мне даже друг Потапов приезжал и говорит, опять полы моешь. Ну, значит, имелось в виду, что вчера гости были. Ну так вот, я, значит, смотрю, пепельница чисто вымытая, на душе стало легче.
отпустила немножко. Смотрю, штаны висят мои. Они синие. И вспомнил хамелеон. Вот, друзья, как бывает, не пейте это, во-первых. Потому что эндорфин у нас есть. У нас внутри такая внутренняя аптека, до которых еще такие вещества, до которых еще ни один аптекарь не додумался. Надо заниматься приемами саморегуляции, надо учиться управлять своим состоянием. Я это даю бесплатно. Все свои приемы ключа я даю бесплатно. Заходите в ликбезы, выходите в Zoom, задавайте вопросы, как обнуляться, как выходить на состояние Творца. Как открывать свои скрытые способности, о которых вы даже и не знали. Да, все это делается, да. А вот это вот, то, что уникальный такой суперконтент, конечно, я, когда вижу человека непосредственно, когда я понимаю, что это он будет использовать только на благо. Поэтому понимайте это. Просто так я это вот так вот незнамо кому никогда не даю. До встречи.